Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И сегодня мы поговорим о такой теме, как катализаторы. Они стоят на всех, грубо говоря, практически инжекторных машинах. Сейчас инжекторных машин очень много. Ну, грубо говоря, все, что новое, все инжекторное. Все ВАЗы даже сейчас, все инжекторные иномарки. И встает вопрос с катализатором. В предыдущем видео мы говорили о расходе топлива. Кому интересно, можете посмотреть. И от чего он зависит. И у инжекторных двигателей, почему расход современных двигателей? Вроде их эффективно уже доработали, оптимизировали сам двигатель. Но проблемы с экологией, так сказать, зажимают по экологии автопроизводителей. И им приходится придумывать, как улучшить экологические показатели. И, соответственно, они начинают душить двигатель. Вроде сам двигатель хороший, но на выходе они его задушили. И что такое катализатор? Ну, это, грубо говоря, просто тупо взяли и перекрыли выход с двигателя. Для того, чтобы нормально работала выхлопная система и не создавалось обратное давление выхлопных газов, выпуск должен работать спокойно. Выхлопные, как говорится, самый лучший выхлоп — это отсутствие выхлопа. Ну, это так грубо говоря, потому что все равно должен быть выпускной коллектор, должны быть, он, ну, не обязательно равнодлинный, допустим, для городской машины, но он должен быть более правильной формы. Потому что если его он будет просто отсутствовать, то двигатель нормально работать не будет. Но при этом газы должны спокойно выходить. И там под определенный двигатель, я сейчас сниму об этом отдельное видео, должны быть нужные определенного размера, диаметры труб, чтобы не создавать обратное давление. Что же сделали автопроизводители? Поставили катализатор, который относительно еще и находится близко от выхода к двигателю. Где, чтобы вы понимали, чем ближе от выпускного клапана, тем больше давление. Не только скорость потока выхлопных газов, а давление. То есть до выхлопной трубы давление падает. А так получается, сразу из выхода с двигателя он втыкается в катализатор. Кто видел катализатор в разрезе, ну как через него может что-то пройти? Это просто задушили двигатель. И многие задаются вопросом, стоит ли его удалять. Лично мое мнение, я считаю, что его стоит удалять. Но его нужно удалять правильно. Во-первых, что такое катализатор? В двух словах, не вдаваясь в очень тонкие подробности, он, так сказать, помогает экологические нормы, то есть чтобы с двигателя CO выходило более, так сказать, правильное, то есть не загрязняло там экологию, то есть я не буду в эти все тонкости там вдаваться. Так вот, лямбда-зон стоит до катализатора, и после он сравнивает показатели CO и, соответственно, показывает, что ваш катализатор работает. Когда вы его просто удалите, он поймет, что катализатора нет, и у вас начнет мозг отдавать ошибку. То есть, а соответственно, для того, чтобы это все сделать, вам нужно прошиться. Или поставить обманку на вторую лямбду, чтобы он думал, что там все нормально. То есть, сделали вы это. Теперь ошибка очень многих. Берут, просто выбивают из катализатора его, так сказать, набивку, и так и дальше и ездит. Это грубо неправильно. Очень лучше уже ездить с катализатором, чем так делать. Потому что труба, допустим, по заводу там идет, к примеру, 3/4 диаметра, там 51, 63, неважно. Катализатор — это бочка, грубо говоря, которая всегда больше диаметром, чем ваша выхлопная труба. Когда вы выбили оттуда набивку, что происходит? Выхлопные газы, когда вылетают с двигателя, они попадают в это расширение. Там, во-первых, и скорость попадает потока выхлопных газов, и давление, и начинается турбулентность, вот так газы, и это вы создаете еще большее обратное давление в двигателе, и помешаете двигателю работать и поршню спокойно выталкивать выхлопные газы с него. Как же правильно сделать? Как же правильно удалить катализатор? Вам нужно его вырезать
И вместо него вам нужно вварить трубу такого же диаметра, как и труба, которая идет у вас на выхлопе. То есть, грубо говоря, если у вас выхлоп там на 51-й трубе, соответственно, вы 51-ю трубу и вариваете. Желательно, конечно, чтобы ровно, то есть, чтобы, опять же, не лишних там изгибов, перестыгов. И это все четко у вас работает. Как я уже говорил, в старых двигателях двигатель неэффективно работал, и у вас был избыточный расход топлива. В новых двигателях двигателя стали делать более-менее нормально, но катализатор, экология, и это все мешает нормально работать двигателю. Поэтому я говорю, мое личное мнение, что катализатор удалять надо. Особенно, допустим, много современных двигателей, которые уже строятся на турбинах, грубо говоря, турбодвигателя, там тем более у вас получается турбина производит большое, так сказать, КПД, большое количество выхлопных газов, и это все душится и убивается и сама турбина. И самое главное, в чем проблема? Когда ваш поршень выталкивает выхлопные газы, то есть на него создается обратное давление, и, соответственно, вы теряете мощность. Мощность и КПД в первую очередь. То есть чем легче вашему двигателю продуваться на впуске, заходить топливно-воздушной смеси, и чем легче выходить, тем он будет у вас эффективней работать и потреблять топливо. То есть, грубо говоря, вам при езде придется меньше давить на газ для того, чтобы это все дело ехало. Но, я же говорю, не забывайте, не просто вырезали, как многие вырезали, там куча ошибок повыбивала, машина нормально не работает, получился еще больше перерасход, потому что мозг там начинает что-то себе подстраиваться под это все дело. Поэтому удаляйте катализатор с умом и, опять же, не выбивайте, а ставьте ровную трубу такого же диаметра. Кому интересно какие-то вопросы, то есть я сейчас снимаю ряд вот таких видео, где я делюсь своим опытом, я больше 15 лет занимаюсь гонками, постройками двигателей, поэтому кому интересно, в комментариях пишите свои вопросы, на какие темы вы хотели бы, чтобы я вам снял, рассказал детально видео, какие вас интересуют, и самые интересные вопросы или часто задаваемые, я их, на них буду снимать в первую очередь видео и вылаживать на канал. А кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, делитесь данным видео со своими друзьями. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.